музыка, которая вот прям покорила наши сердца. И Елена расскажет о нем. В самом деле, она очень близко альтернативный дифферент, так как мы являемся и конвентом в первую очередь. И одна великолепная участница, она действительно нас покорила, потому что я как фанат данной игры, я просто увидела ее, и я думаю, господи, да что ты делаешь, девушка,
большие технические. И можем показать нам арт, но можем показать победительницу. Аплодисменты победителям! И следующий. Вот тут как раз и финалист.
Thank you.
Гран-при фестиваля «Живой 22» вручается впервые не гран-при, а именно такой формат. Мы вручаем гран-при за внеконкурсное и конкурсное выступление. Thank you.